Не платят заказчики или кризис в строительной сфере для комиссии по урегулированию налоговой задолженности, впрочем, как и для российского законодательства, нет причин, по которым налоги можно не платить. Есть налоговый кодекс, есть конституция, согласно которой все налогоплательщики обязаны своевременно уплачивать налоги. На очередную комиссию в администрацию Одинцовского района были приглашены более 20 должников. Это как юридические, так и физические лица. В бюджет Московской области они не заплатили налоги на общую сумму 38 миллионов рублей. Практика показывает, такие встречи мотивируют неплательщиков погасить долги. После комиссии идет оплата порядка 50%, да, от общей суммы. И до подготовки, конечно, плательщики тоже все уплачивают, а вот на сегодня... В тот раз это было 38% предыдущая оплата, на сегодня это пока немножко меньше. Одинцовская налоговая инспекция проводит регулярную работу с должниками во все уровни бюджета. Все строго в рамках закона. Сначала предъявляется требование. Если налогоплательщикам сроки, установленные законодательством, не уплачены налоги, выносим решение за счет взыскания денежных средств со счетов, приостанавливаем операции по счетам, выставляем инкассовые поручения. Ну и, соответственно, если в течение месяца видим, что движения по счетам нет, направляем документы в соответствии со статьей 47 службы судебных приставов. Ровно две недели дали члены комиссии должникам, чтобы заплатить налоги. Если последние не уложатся и в этот срок, им уже придется иметь дело с судебными приставами. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Это должно